Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Господь показывает Моисею землю обетованную. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нафалимову, и всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигор. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее, и дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.